пригласила подруг на суши, чтобы рассказать им об отдыхе в Ялте. Уже накрыла стол, но увидела, что мне не хватает розеток для соуса. Ну, в этот день как-то обошлось, а на следующий пришлось ехать на блошиный рынок. У нас уже и первый лед. Здравствуйте, мои дорогие друзья, здравствуйте, самые лучшие на свете зрители. Я еду на блошиный рынок ретро. Давно здесь не была. Посмотрите, какой вход. Ой, боже мой. Здесь металл у нас на двери, да? Чеканка. О, все двери в чеканке. Двери стали, ну, просто произведение искусства. Здесь хохлома. Боже мой. Посмотрите, какая красота. Ой. Потрясающе. Ну, что нас там ждет? Интересно. В отделе фикс-прайс много изменений. Одни отделы переехали в одно место, другие в другое. Но те, которые самые дешевые, по 50, 100 и 200 рублей, первый отдел, который нас всегда встречал, они остались на месте. И вы видите тарелочки по 100 рублей. И обратите внимание, какие замечательные категории класса люкс. И вот они по 200 рублей. Ой, по 100 рублей. Можно выбрать любую. И не только здесь наши, но и из Европы приехавшие. Вот еще кофейные чашечки. Япония. Бутылочки. Кувшинчики. Вот эти чашки. Это кто у нас? Это Кал. Где? Да. Сервиз Дулёва. Вот смотрите, вербинки старые. Вот. Чашечки. Красиво. Вот фарфор из ГДР. По 200 рублей. Вот кофейные. Рига. Так, это у нас что? Чехословакия. За что я люблю этот рынок? Я не только купила нужные мне розетки,
но и встретила чашечки от легендарного джинсового сервиза, о котором я рассказывала в прошлом видео. И разве это не удивительно? Именно те чашечки, за которыми выстраивались огромные очереди в Ядране во времена недавнего прошлого. Ядран был магазином универсальным. Здесь продавалось практически все. Но главным ядранским хитом были... Нет, не джинсы. По крайней мере, не в том виде, в котором их носили в Америке и, как выясняется, в Индии. Джинсовый сервиз. Как вам такое? Охота на джинсовый сервиз объявлялась в Москве, как только над огромным городом летел клич. Выбросили! Это значило, появился в продаже. Все маломальски востребованное становилось дефицитом моментально. В очередях стояли не часами, днями. И вот мы уже с вами в отделе фиксированных цен, но уже более дорогого сегмента. Он переместился, как вы видите, в ту часть, где раньше располагался отдел винтажной моды. И даже кое-что осталось, вы видите. И вот сейчас мы рассматриваем полки, где все по 1500 рублей. Ну вот вы видели замечательные вазы с ручной росписью. Ну а теперь вот Снежную королеву. Да. Это тоже набор кувшин. Посмотрите, какая. Да, не знаю, что это. Наверное, стеклянная. Тоже за 1500. Конфетница, фруктурница с изогнутой ручкой. Слышите, мне такая повозочка красивая. 15. Ну, можно даже чуть-чуть подешевле. 15 тысяч. Да. А сколько она, размер ее примерно? Размер? Я вам сейчас покажу. Такое куртуазное. Если отсюда брать, она 54, ну, 55. О, хорошая. 55. И, соответственно, 41. Она красивая.
сказка просто. Там кто-то захочет, а чья она примерно? Не помню. Это Европа. Европа. А чья? Не помню. Там, ну, не важно. Ладно, не важно. Зеленый. С дамами. Кто это? Это чей сервиз? Наш. Зеленый с дамами. Наш. Кто, вербилки? Ревосибирский. Ну, понятно. 20-е годы. 20-х? Да? Какие же там дамы? А можно посмотреть, чьи это вербилки? Это у нас Дмитровский. Дмитровский, ну, и есть вербилки. Ну, как бы. В самом начале, это еще когда после этого остались. Да, видно, формы-то все остались еще, да. Да. И кубок у вас такой интересный. Стекло. Рубиновое. Дмитровский фарфоровый завод. Чайные пары. Ну, вот еще вам поснимаю. Здесь тоже хрусталь. Чайники. Чашки по 600 рублей. Так. 3 500. Чайничек. И, конечно, я не оставила внимания отделы, вещи, в которых напоминают нам о временах СССР. Это и телевизоры, и старые журналы. Помните, как мы радовались, когда нам удавалось купить журнал «Мод Бурду»? И старые книги. Сколько воспоминаний! Спасибо, дорогие друзья, что были со мной. Будет и вторая часть, но там будут уже вещи и подороже, из более дорогого ценового сегмента. И будет рассказ о моих покупках, и будет видео о том, как я вписала гжель в современную сервировку стола. Вот это мне очень интересно будет узнать тогда ваше мнение. А я желаю вам всего, мои дорогие, благополучия и здравия. Обнимаю, до встречи!